Жители Челябинской области обратились к нам с видеозаписью, на которой изображен непонятного вида зверь. Обычно сотрудники зоопарка дают комментарии по тому, что это за вид, его происхождение и прочее. Но в этот раз сотрудники затруднились с определением этого вида. После падения метеорита в Челябинской области там образовалась некая аномальная зона. Вот именно в этом месте и нашли вот этого зверька. Мы ожидаем где-то примерно через день, через два в среду прибытия этого зверя, и уже тогда более точно специалисты, обследовав его, смогут сказать, что же это все-таки за такой необычный вид. Для него уже подготовлено специальное место, где он будет обитать. Специально обустроили вольеру, чтобы было удобно обследовать все-таки, что же это за такой вид. И посетители зоопарка, которые будут посещать зоопарк на следующей неделе, смогут увидеть этого необычного зверя. И сами уже решить, определить для себя, что же это все-таки за такой вид.